члены жюри в прошлый раз обратили внимание на то, что микрофон лучше вот так вот, не закрывать лицо микрофоном, потому что не видно выдающихся артистов, которые читают маршака. Давай. Народу, куда не кинешь взгляд, по каждому проходу идет волна ребят, сажают их на стулья и просят не шуметь. Но шум стоит, как в улье, куда залез медведь. Из длинного колодца, невидимо для глаз, то флейта засмеется, то рявкнет контрабас. Но вдруг погасли лампы, настала тишина. И впереди за рампой раздвинулась стена, и увидали дети над морем облака, растянутые сети, избушку рыбака. Внизу запела скрипка пискливым голоском, заговорила рыбка на берегу морском. Все эти сказки знали о рыбке золотой, но тихо было в зале, как будто он пустой. Очнулся он, захлопал, когда зажгли огонь. Стучат ногами, опа, ладони об ладонь. И занавес трепещет, и лампочки дрожат. Так звонко рукоплещет полтысяча ребят. Ладони мне жалко, но вот пустеет дом, и только раздевалка кипит щекотом. Шумит волна живая, бежит по всей Москве, где ветер и трамвай, и солнце в синеве.